OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Пригожин окончательно отказался слушаться Шойгу и запретил своим подопечным подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа, нам не будут давать вооружение и боеприпасы, разберемся. Как говорится, когда гром грянет, то прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите». Что касается подчинения. Безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему. На территории, согласно распоряжению Герасимова и Шойгу, ЧВК «Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые ЧВК «Вагнер» разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла его поручения, они показали высокий уровень эффективности и успех. В ответ МО РФ решила взять на знамена другое ЧВК, чтобы показать, кто тут папка. И этим ЧВК оказались «Асладоны» из Ахмата, подразделение, собранное на основе батальона Росгвардии, с которым показательно подписали контракт, демонстрируя, как себя должны вести хорошие российские ЧВК, а плохим российским ЧВК мы не дадим снаряды и вообще запретим их упоминать. Вот в некоторых вопросах командование Министерства обороны РФ – это просто чемпионы по скаканию на граблях. Казалось бы, что может пойти не так в долгосрочной перспективе, если начать накачивать чью-то частную армию? Сегодня она за тебя, а завтра как получится? Посмотрело Министерство обороны РФ на эту практику и начало прокачивать кадыровцев. Отличный план – прокачивать типов, которые воевать больше в ТикТоке любят, и на третьей линии. Когда и кадыровцы откроют хавальники, а они это умеют делать лучше, чем воевать, в рядах вооруженных сил Украины начнется кризис в снабжении, потому что такое количество попкорна украинская логистика уже не потянет. Да, и кстати, если вас еще беспокоит судьба правой руки главного Асладона Делимханова, то его хозяин выложил очередное фейковое видео, которое опровергли даже российские СМИ. Марионетка Кремля попытался доказать, что его приспешник, депутат Госдумы Адам Делимханов, жив, здоров и даже не ранен. Он опубликовал видео, в котором видны следы монтажа. При этом, как заметили журналисты российской службы BBC, на моменте, где Кадыров якобы говорит о фейке про смерть Делимханова, видны склейки, а движения его губ не совпадают со звуком.
Благодаря верховному главнокомандующему, министру обороны, начальнику генерального штаба, также Адама Султановича, который на месте находился. И мы сегодня говорим, что никакие фейковые войны нам не страшны. Вот Адам живой, здоровый, дай Аллах ему здоровье. Мы делали заявление, чтобы люди понимали, вот они кто такие, вот их правда, как они воюют. Мы делали заявление, чтобы люди понимали, вот они кто такие, вот их правда, как они воюют. Я призываю всех, чтобы не поддаваться провокации. У нас есть президент Верховный. Перед Кадыровым лежит карта с указанными позициями захваченных украинских территорий, датированных летом 2022 года. В то же время, согласно информации пропагандистского российского агентства ТАСС, Делимханов находится в Украине. Но сообщения о том, чтобы там же находился и Кадыров, в последнее время не было. И сам он об этом не говорил. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. Но... Твари вонючие! Вы что творите? Противостояние Министерства обороны и Пригожина несется с небывалой скоростью. Как вы помните, что называется, в предыдущей серии, Шойгу объявил ультиматум Пригожину. До 1 июля все добровольческие соединения, которыми в том числе считается группа Вагнера, именно под таким именем она фигурирует в сводках Министерства обороны, как добровольческое соединение, до 1 июля все они должны подписать контракт с Министерством обороны. На это Пригожин ответил отказом и сказал, что ничего подписывать не будет ни он, ни его бойцы. И тут в ситуацию был вынужден вмешаться Владимир Путин. Вообще, в нынешней российской иерархии Владимир Путин находится в том положении, где он определяет, что будут делать те или иные люди. Ну, то есть он диктатор. Все должны подчиняться его приказам. Диктатура работает до тех пор, пока каждый элемент диктатуры верит в то, что нельзя не подчиниться приказу диктатора. И Владимир Путин вмешался в этот конфликт и приказал Пригожину подписать контракт с Министерством обороны. Сделал он это на каком-то заседании, совещании с военкорами, которое устроил Владимир Путин. В частности, на этом совещании Владимир Путин сказал, что все добровольческие подразделения должны подписать контракт с Минобороны, и сказал он это, отвечая на вопрос про ЧВК. То есть двух толкований быть не может. Это прямой вопрос про ЧВК и прямой ответ про ЧВК. Владимир Путин приказал Пригожину подписать контракт с Министерством обороны. Пригожин думал сутки и послал Владимира Путина, сказав, что ничего подписывать он не будет. Итого, этот конфликт выходит в какую-то невероятную плоскость. Пригожин уже не говорит, что царь хороший, а бояре плохие, что Владимир Путин молодец, а Сергей Шойгу козел, с которым нельзя коммуницировать. Нет, он отказывает лично Владимиру Путину. Смотрите, смотрите, а война идет, война, война за Россию! Матушка! В Кремле прокомментировали угрозы в адрес Путина со стороны украинских властей. Песков заявил, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Подчеркнул, что российские службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают. Не гнушается Киев и терроризмом ядерным. ФСБ задержало диверсантов, готовивших теракты на российских атомных электростанциях. Планы украинской разведки были, мягко говоря, масштабные. Диверсии на российских ядерных объектах, а именно на Ленинградской и Калининской АЭС. Мы сейчас разместили, считайте, ядерное оружие на территории Беларуси. Это важный шаг. Оружие тактическое. Но этого мало. Верит ли премьер-министр Польши или министр обороны Польши, что в случае атаки на Белоруссию мы применим тактическое ядерное оружие? Я уверен, что не верит. Во-первых, нам это не позволяет наша доктрина. То есть наша доктрина носит, так же как китайская, оборонительный характер. То есть или ответ на встречный удар, или в случае, когда разваливается страна, то есть угроза самой стране уже идет нашей. Тот же Белгород, то есть где произошла уже, не диверсионно-разведывательная группа зашла, зашло целое подразделение. И это будет продолжаться и усиливаться. То есть никаких красных линий нету. Никаких понятий, правил ведения войны тоже уже нету. И бороться с этим мы должны именно сейчас, то есть не
бить по шапкам, как когда-то делали англичане, а делать превентивные шаги, создавая аналогичные средства воздействия на противника. Доктрина у нас весьма гуманная. У нас, знаете, и конституция очень демократическая. Поэтому в этом смысле мы будем ей руководствоваться. Но она позволяет нам себя защитить в случае угрозы существованию, там главное же прописано, угроза существованию Российской Федерации. Маленькая ремарочка. У нас правовое государство, и верховный главнокомандующий действует строго в рамках этого законодательства. А основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и является в том числе законом, который подписал верховный главнокомандующий.